Ну что, Снегурочка, пойдем поздравлять детишек. Какой-то нас сегодня Семен Семенович пригласил на елку. Здравствуйте. Ну что у нас, кто тут у нас сегодня? Кто-то нас сегодня ожидает. Вы не видели его? Может быть, позовем его? Давайте погромко, с родителями вместе. Давай. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз идет! Давай, иди к нам, Дед Мороз! Себя этот год? Садики. Садики? Да. А сколько тебе лет? Четыре. Четыре годика? О, ты уже совсем взрослый. Да. Садик? Да. А что ты мне дедушке расскажешь? Ну за такой, где моя Снегурочка? Подержи-ка посох. Молодец, Семен, рассказал стишок нам. Сейчас что-то найдем в мешочке. Для такого. Я делаю фото и видео одновременно. Прекрасный подарок, держи. На здоровье. Тебя хорошо. А теперь предлагаем фотосессию возле елочки. Давайте поближе к елочке подойдем. Вот такой вот праздник у нас в городе Апатиты. Так что и вы можете пригласить Дед Мороза и Снегурочку в гости, либо на елочку в вашем городе. И найти легко на самом деле. Ах, какая красота! Целая семья у нас сегодня вместе собралась. И Дед Мороза со Снегурочкой позвали.